Эй, ты! Я? Ты случайно не дочка королевы? М, эм, да, а что? Тогда почему ты не охотишься? Мы хотим есть. Что? Фу, тупая шутка. Но ведь ты львица. Мама говорила, что львица охотится. Отстаньте, я уж точно в жизни для вас охотиться не буду. Как грубо, Нала. Ой. Ах, щенятки, не придется вам больше голодать, и для вас э, это и вашей мамы. Вау! А ты, Нала, поработай над своим отношением. Нравится тебе или нет, гиены также в нашем прайде. Особенно как дочь королевы, ты должна изменить свои поведения по отношению к членам нашего прайда. Эм, извини, Бьянка. Моя мама правда так сказала? Да, мне было так стыдно. Она и правда была злая на меня. Я уверена, она не хотела этого нала. Что здесь происходит? Ой-ой, это шрам. У кого-то большие проблемы. Так и знал, что вы скрываете пищу от меня. Это измена королю. Но шрам, как мы прокормим такой большой проект, если сами ничего не будем есть? Не уклоняйся, ты пытаешься обмануть меня. Будьте уверены, вы все за последствия вашей измены. Ответите. Но, шрам, это был первый и последний раз. Мы были очень голодны и. Молчать, я прекрасно знаю, что ты врешь дура. Все это время выкормили свои рты в тайне от меня. Похоже, соробей и сарафина все знали, правда? Однако зн узнать достаточно. Мы все увидите, какова связаться со мной. Шрам, как с ума сошел. Как думаешь, что она надела и теперь нала? Не знаю, но это будет плохо. Сараби, ты разрешила своим львицам красть еду у меня и гиен? Ты уже в списке предателей. А ты, Сарафина, как королева, примешь на себя всю ответственность. Пожалуйста, Шрам, будь признателен, обещай это больше не повторится. Просто оправдания недостаточно, Срафина. Я уже погодала сыт твоими львицами. Увидишь, что случится по твоей невинности. Нет, ты не можешь так поступить. Что мы они лишь невинные дети. Не убивай их. Почему ты хочешь наказать их за наши ошибки? Это ведь даже не мы решили красть у вас еду, король. Кто бы это ни был, вы попытались выставить меня дураком. Гиену несут, львят в тайное место далеко отсюда. Если детеныши смогут вернуться обратно, прекрасно, тогда пусть и остается. Если же нет, то это не мои проблемы. Но теперь, может, вы сначала начнете думать, прежде чем что-либо сделать? Но это не их вина. Пожалуйста, Шрам. мы обещаем, что сделаем все, что ты рассчитывал на бедных львиц. Но, пожалуйста, не трогай львят. Мы будем заботиться обо всем пройде и последуем каждому твоему приказу. Мы все из кожи вон вылезем, но докажем. Наше уважение, королю, дай нам последний шанс. Побудете даже сообщать мне, если ваши дорогие друзья пойдут против моих законов и правил. Обещаем, если ты оставишь малкой тот же, все, что пожелаешь. Отлично. Тогда, я думаю, вам последний шанс, но если хоть одна львица разозлит меня, я разберусь с львятами. Так что в ваших интересах следить за каждой. Интересно, как Шерам нашел нас. Мы всегда были осторожны, крадя еду. А разве не очевидно, Шрам не хочет отказываться от собственных дитинушек? И понятно, но как же Тама, она не из его семьи. Но ему, кажется, нравится зиром в некотором смысле. Между прочим, он обручил ее со своим сыном. Догоняй же, даже львятам известно, что Зира соглашает с каждым решением Шрама. Даже если он ссылается на собственную мать, наверняка Бьянка или кто-нибудь из ее прайдовой для нас. Это объясняет, почему-то она избежала наказания Шрама. С этого момента старых правил для охоты не существует. И плевать я хотела, как вы будете набирать сил, покуда не поймаете добычу. Но Шрам, Молчать! Не нужно мне твоих на шрам Хватит ныть. Если ты действительно заинтересована в будущем великих земель, то перестань играть со мной в игры, Сараби. Тебе повезло, Сарафина, что ты несешь моего дичаноша. Но ну, а не забывай, на лане моя. Так что лучше не испытывай моего терпения. Подим ли мы счастливой семьей? Зависит. От тебя. Наконец-то мы можем охотиться, как нам угодно. Теперь поймать добычу легче без этих тупых правил. Молодец, Биенко. Твоя охотничья группа всегда успешна. Благодарю вас, мой король. Пусть даже король доволен мной. Ведь на его прайда стали презирать меня. А хорошо, что они могут почувствовать себя так. Как ты могла предать нас и Сараби? Да, без Сараби ты и лапы бы сюда не могла поставить, предательница. И не слушай ты их, бьянка. Они прозавидой тому, что мы лучше их в охоте. И король на нашей стороне. Они побоятся что-либо сделать с нами. Сарафина, может поговорить с тобой? Конечно, там они. В чем дело? И беспокойся о ви А что он с ним, заболел? нет нет он в полном порядке на последнюю неделю он проводит почти все время только с тирой я конечно рада что она ему нравится однажды он задел меня своими словами зира говорила что я и я всегда буду лучше любому даже когда моя мама охотница разве не круто мне даже ничего не нужно делать для этого о чем ви быть лучшим львом – большая ответственность. Ой, мама, да что тебе знать о лучших львах? Ах, Тамань, я уверена, что он не хотел такого. Он пока просто дитя. Знаю, он научился этому от Шрама и Зиры. Но я не хочу, чтобы они учили его таким вещам. Я должна поговорить с ним. Но, боюсь, он не послушает. Как бы мне не хотелось проводить с Чумбью хоть каплю времени. С и я разберусь, но не осмелись противоречить шраму. Не волнуйся, с ним я поговорю сама. Не то, что знаете, как нелегко со шрамом. Спасибо. Извини, если потревожила. А все нет, Тамани. Шрам, ты забыл о своем обещании. Ты должна обращаться с Тамани с большим уважением. Не понимаю, о чем ты, Сарафина. У нее есть все необходимое. Да что ты знаешь о том, что нужно матери? Там они несчастны, потому что с дидом так много времени проводят с Чумви, и Дона на него влияет. Что ж, я считала, что для Чумви и проводить много времени вместе, пока они столь юны, прекрасное решение, ведь они в конце концов обручены. Да но лишь ты потому что желаешь этого по необъяснимым причинам, о чем Ви становится испорченным капризным Львенком. Это вредит ему. Успокойся, Рафина. Когда родится наш малыш, ты воспитаешь его по собственному усмотрению. В любом случае, чем ви не годится на роль наследника пристала? Он лишь запасной вариант. Что значит запасной вариант? Я не молодею, знаешь ли, и один из нас не знает, сколько раз нам придется попытаться, прежде чем у нас родится сын. А я все же хочу иметь наследника к тому моменту, как начну дряхлить. А ясно, он как ты. Что? Чомби будет лишь вторым, как и ты был вторым с запасным вариантом в глазах своих родителей. Именно это ты пытаешься мне сказать. Знаешь, Шрам, я не такая, как Саараби. Я не пришла в этот проект. Я была рождена здесь. Так же, как и ты. Я знаю тебя, знала твоего брата и твоих родителей. И я знаю, что ты не ладил с ними со всеми. Вот почему ты стал таким, Шрам. Разочарованно считаешь, что рожден лишь на случай, если Фаса не смог бы стать королем по каким-то причинам. Следи за, язы... за словами, Сарафина. Ты ступаешь по тонкому льду. Подумай о Нале. Ты думаешь, ты единственный, кто играет выиграешь игры Шерэм? Я вижу, ты так и считаешь. Хочешь бросить мне вызов? Посмотри, кто станет лучшим в заключении Сарафина. Да ладно тебе, Шрам, я нужна тебе больше, чем ты мне. И ты прекрасно это знаешь. Ты не единственная лица, пройди, Сарафин. Ха! Ты правда думаешь, что кто-нибудь захочется быть с тобой после твоего поведения? Да только одиночка. Но бывшие одиночки и бродяги в качестве будущих королев не привлекают тебя, ведь так, Шрам? Ты ведь и не хотела, чтобы по была королева, потому что по твоему она не так хороша и недостаточно представлена. О, Сарафина, я не хотела этого по другим причинам, там они слабо и наивно. Притом очень добра, но не в состоянии воспитывать сильного и смелого детеныша. А ты, Сарафина, сильна, храбра и уверена. Поэтому я не исключаю, что истинная королева обеспечит меня приемленным наследником. Там они не такая. Она лишь хочет быть любимой. Все хотят шрам. А я люблю себя, Сарафина, потому что мне никто не нужен. А это для вас королем Зира. Ты так ты какая-то усталая мам. Что ж, Последняя охота была весьма утомительна. А как ты? Хорошо себя чувствуешь. Ну, естественно... А что такое, мам? Просто хочу убедиться в этом. Обычно трудно встретить тебя одну без короля. Знаю, так обо мне заботиться. Похоже на то. Он тебе очень нравится. Да, он мой кумир. А когда мы с Чумви станем парой, я навсегда стану его родственницей. Тогда никто не сможет запретить нам общаться. Понятно. Знаю, Зира, ты всегда можешь обратиться ко мне за помощью. Будь внимательна. И ты, мам. Мама? <свистит> ты забыла, что ты же хотела пойти с нами к водопаду? <свистит> Сегодня? Да, сейчас. Ах, Тамани, я так устала после охоты. Ты не против, если сходишь с Сараби или, или с Сарафиной? Или с кем-нибудь еще? Но ты обещала. Пожалуйста, Тама. Я, правда, очень устала. Ну, Тама, не расстраивайся. С нами сходит Сараби. Но я хочу побыть с мамой. Она же обещала но она только и охотится весь день, а под конец устает. Ах, вот вы где, а мы уже заждались. Смотрите, чем я решила сегодня присоединиться к нашей маленькой группе. Тама, почему ты такая грустная? Не поймите неправильно, Сараби, но я хотела, чтобы с нами пошла мама. Почему она предпочитает охотиться вместо того, чтобы побыть со мной? Ах, не говори такого о своей матери. Она очень любит тебя. Тому и охотится со своей группой так много. Они хотят прокормить вас всех. Но все равно Шрамов достается больше. Почему он сам для себя не охотится? Там все знают то, что охота — работа львиц. Король не может охотиться. Это нелепо. Твоя мама очень трудится. Твоя сестра никогда не жаловалась на моего папу. Она счастлива, почему ты нет? Фу, отстань со своей сестрой, Чумви. Но почему ты так не любишь свою сестру? По мне она такая очень хорошая, и семья должна быть вместе, Тама. Забавно, что ты говоришь об этом, Чумви. Почему бы тебе не спросить Кулу, что она думает? Тама и Нала, прекратите. Ну сороби, а Сараби? Я сказала, довольно. Если хочешь, я поговорю с твоей мамой, Тама. Она в любом случае не должна так много охотиться. Стадам тоже нужен отдых. Если охотятся все время, то они покинут земли. А это неправильно. Думаю, твоя мама все поймет и будет чаще с тобой бывать дома. Так что не волнуйся и веселись. Что? Доброе утро, утречка предательница. Ау, отстаньте от меня, я лишь следую королевским указам. Ой, ты злишься на нас. Теперь ты знаешь, как мы чувствовали себя, когда ты предала нас. Пойдем, если посмеешь. Что здесь происходит? Сараби? Это та, кто предала нас Сараби. По-моему, она заслуживает наказание, потому что из-за нее Малко и тот же чуть не убил Шрам. Дурачки, как думаете, насколько быстро Шрам и его гена придут убить вас за то, что вы напали на одну из его верных львиц? Но Сараби, вы и так знаете, что Шрам дал нам последний шанс. Извини, Сараби, мы об этом и не подумали. Пожалуйста, Пенка, не говори ему, а мы отстанем от тебя. Спасибо, Сараби. Вместе с тем они частично правы. Почему ты так поступила? Вдруг ты считаешь моих львиц преступницами, даже когда уверена, что Шрам позволит ей прайду остаться. Мы помогли твоему прайду, а ты разрушаешь им наш. Ты намеренно убиваешь слишком много животных. А что ты сделаешь, когда стада уйдут? Сараби, я извиняюсь за свой прайд, но ко всему прочему, Шрам, король, если он решил, что я должна охотиться, то я буду. Это все, нет, это не так. Ты была ответственной умной левицей. И кем стала теперь? Ты хочешь защитить свой проект, а я хочу защитить свой. Но Бьянка, это точно по вине Шрама. Но если Бьянка не перестанет так охотиться, то стада уйдут. Тяжкое будущее грядет.